На, Борисович, я тебе свое отдаю. Ничего страшного. Я считаю, что получилось все сердечно, душевно и трепетно, потому что вот эти моменты с детьми, играя с детьми, память безвременно ушедших ветеранов Краскова, которые очень много сделали для местного спорта футбола и выступления. Это очень цепляет, это очень трогает. Вам большое всем спасибо, потому что, поверьте, все-таки для нашего места, для нашей территории, это праздник, приезд такой делегации. Поэтому отдельное спасибо госпоже Ада Филипп, она здесь, Ада Филипп, в посол Словении и России. Отдельное ей спасибо. И мы хотим выпить за дружбу славянских народов. Вы наши братья, и мы всегда с вами. Ура! Ура! Возьмите, куда идти? Даже не А так-то это. Ребята были, ребята были. У нас мы в этом году были, когда играли здесь, ребята говорят, ну не привыкли на снегу. А поле хорошее. Чтобы вас не постигала ни какая-то неудача, не расстраивала вас, чтобы ваше здоровье позволяло вам как можно дольше играть в футбол, который приносит большому счастью, огромное удовольствие. И вот эта вот любовь к футболу, она вот и объединила, и создала такой праздник общими усилиями. Спасибо огромное всем, кто приехал, руководителям администрации, которые позволили найти время, условия для того, чтобы сделать этот праздник в таком вот прекрасном человеческом варианте. Спасибо вам за все и за память наших ребят. Вам что-то вы хотите сказать ее? Его забрала, а затем в никуда пустила. Нам сейчас без тебя очень плохо. Стоят холода, кругом плохая погода. Даже в марте пурга и метель. Был бы ты рядом, журчала б капель. Совсем уже скоро настанет апрель. Мы тебя помним и любим, как прежде, поверь. Декабрь в 12-м году он слишком торопился, а ты ушел от нас и будто в небе растворился. Ну, если послушаю сейчас, я могу сидеть. Давайте с уважением относиться к людям, которые к нам приехали. Ну и в то же время будет как раз уважение к себе.
Друзья, я хочу вам представить одного из лидеров сербского футбола. Первых, генеральный директор строительной фирмы Мичко. Ну, у них на майках была аббревиатура. Это спонсор сербской команды, которая участвует тоже во многих очень турнирах, соревнованиях. Им было очень приятно сегодня здесь находиться. Впрочем, он сам хочет об этом сказать. Руби. Уважаемые друзья, любители футбола. Уважаемые хозяины, наши экселенции. Спасибо вам огромное, что имя посольства нашего Сербии, имя моей компании, вы Камичко, нас пригласили на сегодняшний турнир. Надеемся, что мы оправдывали сегодняшнюю нашу встречу, да. Освоивши первое место. Надеемся, что в будущем тоже нас пригласите. Но это не факт. Самое главное, что молодежь этого команды, хозяина, нас победила, что будущее нас побеждает. Пусть они покажут свое право настоящее футбольное лицо. За нами уже футбол далеко. Поддержаем его, любим. Надеемся, что в следующем году нас пригласите и будем отмечать с удовольствием. Спасибо вам. Дай Бог вам все здоровья. Сегодня же Троица Господня вам всем поможет. Спасибо. 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 Так, уважаемые друзья, так у нас все проходит в сжатом формате, интенсивно, но тем не менее мы хотим продолжить. Тишина! Маленькие. Ой, извините. Подарки для вас подготовила делегация Словении. Военный атташе, пресс-офицер республики, посольства Словении в России Томаш Стергар хочет вручить за прекрасный подготовленный стадион, за организацию турнира, за очень уютное вот это вот место, это территория спорта, Юрию Владимировичу, директору стадиона «Электрон» Краскова. Будет вручать посол Ада Филипп Линник, посол Словении в России. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. За поле, прекрасное поле, одно лучшее в районе, пожалуй. Спасибо. Теперь также Ада Филипп хочет отметить, поблагодарить за участие сыновей, ушедших отцов, Артема, Дениса и Романа. Пожалуйста. Спасибо. Еще не ушел. Все здесь? Пожалуйста. Татьяна Васильевна здесь, Елена. Здесь. Позовите, пожалуйста. Дадите. Также вдовы ушедших футболистов. Лена, Вера, пожалуйста. Спасибо вам за ваше отношение. Спасибо за память. Спасибо. Да. Кто-то с делегации Томилина, пожалуйста, капитан команды Томилина. Спасибо.
Самый возрастной. Сам, да. Вы поняли, что нужно уступить матч за третье место, да? Ну давайте. Скажите, конечно, конечно. Давайте. Делегация Тамильна не говорила, тем более. Значит, я от делегации Тамильна хочу. Я немножко волнуюсь. Сейчас ты не волнуйся. Во-первых, громадное спасибо организаторам. Прекрасно организовано. Это первое. А сейчас я немножко буду повторяться. Я с этими людьми, вот то, что было сказано, что и против с ними играл, и за них играл. И я получал истинное удовольствие, когда я играл и за, и против. А сейчас я получил еще одно удовольствие. Я играл в одной команде вместе с их сыновьями. Это тоже прекрасно. Значит, со своей стороны, я хочу немножко извиниться за то, что мы сегодня плохо собрались, Тамилина. Это неправильно. Все здесь играют и знают, я как капитан команды, как организатор, обещаю, что на будущий год мы приедем в хорошем составе, чтобы было у нас нормально все. Ну еще раз вам большое спасибо. И да, еще одно хочу сказать. Мне очень приятно, что теперь имена наших прославленных героев-футболистов будут знать за границей. Да. Спасибо. 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 Друзья, не вижу повода не выпить. Да. Прошу поближе.